был 2007 год, май месяц. И я помню, мы поехали просто за водой, хотели святой воды набрать с папой. А я в то время уже где-то полгода из Никольской церкви, как из Монарея ушел, где я там до этого 6 лет работал. Вот, еще таким вот ребенком. И я приезжаю, смотрю, появились наконец какие-то колокола первые. Там большой кол, какая-то мелочь. И вот я с кем-то из алтарников, помню, мы тогда поднялись. Вот. Еще здесь, конечно, ничего этого всего не было. Ни ограждений, ни пол, все как на веревках. Вот. Но я попробовал, и мне вот даже то, что там первые 5 колоколов было, мне это уже понравилось. И, в общем, с того момента я спустился в городе Сан-Ген. Я бы хотел бы вот, ходить бы, стать тут, быть звонарем. Ну, пожалуйста, говорит, милости просим. В свое время, когда у меня подбора вот здесь еще не было, было всего 6 колоколов, тренироваться, ну, на этом было трудно. Я поэтому лет 10, по-моему, или сколько, 11 назад, вот это вот все своими руками делал. Это просто фитинги. То есть для сварные расширители для труб разного диаметра. Но они чем хороши? Они, во-первых, очень хорошо звук колокола повторяют. И они очень тихие. То есть в храме их не слышно. И здесь, в общем, представлена история и нашей церкви, и Успенской, да, и колокольная история. И архивные выписки, которые очень огромным трудом удалось сделать. Много лет понадобилось, чтобы там некоторые дела рассмотреть, все найти. И историю колоколов я рассказываю. Вот. То есть такие очень ценные кадры. И вот часы, допустим, это фальшаки были. Часов здесь не было. Это просто закрывали арочный проем, чтобы, ну, слуховые окна. Зря закрывали, потому что звук выходит через арку, через слуховой проем круглый. Большой колокол был у нас 7-м по весу в Калуге. И, в общем-то, ну все, конечно, ушло в 1933 году, в декабре их сняли. Снимали на нужды индустриализации. А я все-таки хотел оригинальное звучание сделать, очень хотел. И мне повезло познакомиться в Ярославской области с Федором Дубровишиным, такой вот литейщик, он частный мастер, который делает, ну, вообще, он все может сделать абсолютно, любой звук в любом весе. И с 15-го года до 19-го мы интенсивно увеличивали ансамбль, вот наш колокольный. И Федор отливал именно под заказ, делал профиля. Вот, то есть они в единственном экземпляре сделаны, эти колокола, вот его. Вот. И говорю, помимо того, что они музыкальные инструменты очень интересные, еще узору тоже очень было внимание уделено, потому что еще до того, как я с Федором познакомился, я ездил, сам для чего не знаю, снимал, делал слепки декора со старых колоколов, с разных, в разных регионах. У меня был такой вот огромный бокс из этих пластилиновых оттисков. И когда мы с Федором уже познакомились, я ему это все отвез. И наш подбор, я уже из тех слепков старых, там и 17-го, и 18-го века, и 19-го были слепки, я, в общем, делал эскизы дизайна колоколов и делал их еще с учетом тембра. Потому что нельзя просто наклеить обы что на колокол, надо знать где и как, в каком месте. И поэтому в этом плане наш подбор – это своего рода музей колокольной истории, колокольного декора. Потому что есть колокол, который Иван Моторин, допустим, делал там скорпионами. Вот на этом колоколе Астраханцева завод, Богдановых завод, Моторинский трилистник, по-моему, Зинкович тут есть, тут тоже у меня. То есть каждый колокол – это такая историческая задумка, то есть, которая относилась бы к истории нашего храма. То есть время постройки в дереве, есть узор, есть постройка в камне, время 19 век, когда у нас большие колокола, то есть все вот такой вот многоплановый декор, он тоже свой шарм в этом есть, он соблюден. Большие колокола всегда это сердце звона, без них ничего не происходит в звоне, ничего. Наш большой колокол небольшой по весу, всего 134 килограмма, но его профиль издает звук колокола 400 килограмм весом. И все колокола сделаны именно таким образом. Они облегченные по весу, но они очень басовые. Thank you.
к этому времени, уже к 19 году, удалось сделать профессиональный колокольный музыкальный инструмент, который звучит в ладу си мажор мелодический, вот, 2,5 октавы диапазон, и, ну, легче сказать, что на нем пока еще нельзя сыграть, то есть каких звуков не хватает, а на нем можно сыграть вообще все. И церковные какие-то попевки с песнопений, и с народной музыки, с хоровой, и из самой колокольной музыки исторически. То есть в Калуге сейчас это один из наилучших по исполнительским возможностям колокольный инструмент, из наилучших. Очень хороший обзор на город. Одна из лучших вообще смотровых площадок. Здесь 16 храмов можно увидеть. Почти все, что в Калуге вот сохранилось.